Один бред, ни одного позитивчика нету. Бред, сплошной бред, а все видео бред. Мормышку, мормышку, закинул он чуть свет. Ой, опять какой-то бред, сука, опять высер лысый. Мормышку, мормышку, закинул он чуть свет. Ну а булове знает только понаслышке. Улова нет. И клёво нет. Это первый день зимы, настал в Самаре -8. Валера удочку достал и в сумку ее бросил. Еще тушенку, пиво, леску и мормышку. Мыться не стал, только Old Spice пшикнул на подмышке. Хотел по фасту жене кинуть палку, пока она спит. Но потом вспомнил, что его бульба не стоит. Оделся, закурил, завел и оседлал рустра. У меня сейчас даже стоит, понял? Не на этот трек твой позорный высер. Я вот стоит всегда. Так и серьезнейшим ебалом поехал наш рыбак. Идет морозный, рыбак серьезный. Сидит на льду, забыв о том, что есть на свете жена и дети. Что где-то есть родимый дом. Идет морозный, рыбак серьезный. Сидит на льду, забыв о том, что есть на свете жена и дети, что где-то есть родимый дом. Родимый дом, жена, и скоро будет Ксюша. Так хули ты сидишь, морозишь хуи уши. Купи жене цветы, коляску на Авито. Твоя мормышечка на дне, а твое дно пробито. Мормышка, а маромышка. Тебя опять я попустил, я кошка в рэпе, а ты мышка. Хорош тирать нам про кентавр, рыбалку и рустрак. Определись уже, ты стример или рыбак. Руинишь игры, не можешь даже сохраниться. Зато по Волге рассекаешь, как морская львица. Жду ответ на этот диз, если ты не слабак. Если не будет, то ты не рэпер, а рыбак. Мормышку закинул он чуть свет. О боже, какой же бред. Я такого бреда, сука, не слышал, блядь. Последний раз, когда мой батя меня лохом назвал. И мне такое чувство, что ты насрал. То есть, ну, насрал, обосрался там, не вставая у себя. Да, сука, эта жидкость, она даже не рэп. Во-первых, концепция не соблюдена. Это первый. И основной пункт, я замечу. Концепции я здесь не увидел. Привет, концепции. Дед. С днем рождения. Так, еще что хотел сказать. Так, первая, значит, концепция не соблюдена в данном треке. Да, ее здесь нет. Потому что ко мне не относится ни одно сказанное слово в данном треке. Треки, надо назвать это произведением сложно, потому что там высер мамонта. Если нет концепции, значит, нету рэпа. Попрошу тебя еще закончить с этим рэпом своим. Потому что в 40 лет вот это сидеть рэповать, я тебе запрещаю. Это не поможет тебе, во-первых, да. А во-вторых, даже никакой ревер, которого там чересчур у тебя добавлено, что шуши звенят, ты не скроешь недостатки своего женского голоса. Поэтому я тебе запрещаю читать рэп и немедленно в аудиоформате с донатом извиниться там перед всеми, кто это услышал. Все.